ओम जानती ज्ञाजनशलाकाय चक्षुरताम येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभ स्थापितताम यूतले स्वयां रू रूप ददाति दधा स्वापदा वंशकोपत सिंधु पति पवे वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Харе Кришна. Хари Кришна, продолжаем обсуждение Анг-Бхакти, принципов преданного служения. Продолжаем. 25 пятое анга. Я немножко назад по списку вернусь. 25 анга. Выражение почтения, предложение поклонов Господу в храме. Приводится цитата. Синхару вами приводит цитату, в которой говорится о благе, которое приносит выражение почтения божеству в храме. И он сравнивает это с принесением в жертву коня Ашвамедха Яги. Десять Ашвамедха Яги нельзя сравнить с одной пранамой. То есть, если человек один раз поклонился божеству, это не идет ни в какое сравнение с десятью ягими, жертвоприношениями коня. Это очень Эффективное жертвоприношение в Кармаканде, и поэтому с ним сравнивается иногда духовная деятельность. То есть выразить почтение божеству настолько благоприятно, что с этим не может сравниться даже 10 ашмаметха яги. И разница в том, что сколько бы этих яги, кармических жертвоприношений не совершил человек, он остается в материальном мире. Он опять вынужден будет принять рождение в материальном мире. Тогда как человек, который выразил почтение божеству, Кришна, не родится вновь. Вот такие плоды. То есть мы кланяемся верховной личности Бога в форме божества для того, чтобы не рождаться больше в материальном мире. В этом цель вот такой плод деятельности преданном служении. А далее, комментаторы бактера самретасинхо живыга с вами кажется два комментатора основных это вишванатх чекавас Такуры. курит Джива с вами с вами скажет далее чуть позже что то прославление которое мы видим в отношении арчины поклонение божеству арчина это когда мы предлагаем арати с различными предметами читаем мантры то есть там мы дальше подойдем к тому, что такое Арчина, чем отличается от любых других видов преданного служения, связанных тоже с божеством. Арчина выделяется в отдельную ангу. Итак, вами говорит, что то, что относится к Арчине, справедливо также и к другим ангам Бхакти. Поэтому, когда нет возможности совершить Арчину, нужно совершать другие анги. А, то есть вот это еще одно утверждение, которых несколько Бхакти Асандрета синха, о том, что не является оскорблением не совершать все до единой анги-бхакти. То есть нужно выбрать несколько и совершать несколько. Выбрать или точнее мы получаем это по парампоре от духовного учителя. Духовный учитель занимает ученика в преданном служении. Духовный учитель говорит ему, какими ангами ему заниматься. Да? Как я приводил пример, что можно а, а, видеть, что духовный учитель по-разному занимает разных учеников в разных видах преданного служения. Кто-то не занимается арчиной, вообще сам духовный учитель может не заниматься арчиной. Мы в примере Шилу Праупада можем видеть, что э, я немножко забежал вперед про арчину, что совершал арчину непосредственно предлагал арти божествам, да, эпизодически, то есть иногда вот, но он всегда присутствовал на Даршине, он всегда выражал почтение божеству, всегда принимал маха. От божества, но Арчина он совершал эпизодически, вот, несмотря на то, что Арчина прославляется очень и очень сильно, да, перечисляются очень замечательные плоды этого служения. Джига с вами отмечает: следует понимать, что все прославление, относящееся к арчине, также относится и к другим ангам бхакти. И для нас важна такая медитация на каждую ангу-бхате. Мы должны укрепить свою веру и аспектом веры, как я часто говорю в этом курсе, вера – это все, вера – это важно, поэтому мы часто делаем ссылки на веру, на шрадху, обсуждаем, что это такое и как это проявляется. И аспектом шрадхи, веры, является почтение. И если выделить несколько целей образования, я думаю, что это в академическом мире, то есть в материальном образовании – так или иначе, эти цели тоже выделены. То есть это очень общее образование, когда человек учится чему-то. Несет в себе несколько аспектов. И информация ⁇ это один из самых простых аспектов. То есть человек узнает новое, он получает новую информацию. Вместе с информацией человек учится, как ее применять на практике, то есть навык. Он учится чему-то на практическом уровне, он учится что-то делать, совершать какую-то деятельность, добиваться каких-то результатов, показывать какие-то показатели, результаты. Это навык, то есть информация, навык. И третий аспект ценности. Возможно, это из академического мира пришло, но ценности являются самым важным аспектом в ведическом и вайшнавском образовании. И то, что происходит сейчас, когда мы с вами обсуждаем анги-бхакти, это, целью этого в основном являются ценности, ценности артха. То есть мы должны понимать, насколько это ценно, иметь возможность, да, человеческое тело – это уже возможность, для того, чтобы заниматься преданным служением, для того, чтобы выражать почтение Господу в форме божества, для того, чтобы воспевать святые имена, для того, чтобы почтительно принимать гирлянды, предложенные, Господу в форме божества и так далее, и так далее. То есть это очень ценное, это очень ценное, это очень уникальная возможность служить Кришне, общаться с Ним в процессе преданного служения. И, то есть мы узнаем, что вот есть различные анги, бхакти, которые нужно совершать, которые способствуют пробуждению любви к Богу, бхава-бхакти или према-бхакти. Это уже должно укрепить нашу веру и дать нам понимание, что нужно этим заниматься, нужно занять свои чувства этой деятельностью, всеми этими видами деятельности. В этом суть абхидеи или процесса преданного служения. Чувства должны заняты быть. Идеал и наиболее надежная, гарантирующая прогресс в ситуации, это когда чувства заняты 24 часа в сутки. То есть, когда мы полностью заняты умом, телом и речью в этих ангах бхакти. И дается прославление и сравнительный анализ, как в данном случае сравнивается с кармическими жертвоприношениями, которые даже и нельзя сравнивать просто с одним поклоном, с одним э, единичным случаем выражения почтения Господу в форме божества. И так э, вот настолько это ценно, и мы в аппаратах уже э, тоже, э, я цитировал Шлоку, где говорится, что если человек, оказавшись перед божеством, не выражает ему почтения, то есть таким образом игнорирует эту возможность выразить почтение Господу, то потом, даже если он будет поклоняться ему в течение 12 лет, он не получит никаких результатов своего поклонения. Безусловно, мы должны понимать, если Господь не простит ему это оскорбление, то есть он может простить. Но э, сева парадхи очень серьезно тормозят наше духовное развитие. И наоборот, э, вовлечение своих чувств служения Господу в форме божества э, является очень могущественной ангой. Далее, в конце, она будет э, зачислена в пять самых могущественных, которые наиболее быстро пробуждают Бхаву. А все, что связано с божеством, это очень быстро пробуждает Бхаву, в том числе Арчина. И даже кроме Арчина даже просто наблюдение за тем, как другой кто-то предлагает арти Божеству, приносит благо, духовное благо в плане пробуждения сознания Кришны. Далее, следующая 26-я анга, мы тоже ее уже начали обсуждать, упомянули в прошлый раз. Нужно встать, когда божество на полонкине, на колеснице, то есть там говорится о колеснице в книге, но в действительности да, Джилга с вами объясняет, что любое средство, полонкин, колесница, на, на чем божество шествует, да, имеется здесь в виду, когда божество в каком-либо шествии приближается на каком-либо средстве, транспортном полонкине или колеснице. На слоне, на слонах божества прямо на слонах, путешествуют, гуляют на слонах. Также это один из видов поклонения божеству, который можно видеть в Индии. Это очень величественная, очень красивая картина. Сегодня в Майпуре это можно будет увидеть вечером. А, нужно встать, поприветствовать Господа. Да, встать и потом выразить почтение. Да. Но если человек не делает этого, таким образом он совершает оскорбление. Итак, это анга-бхакти. Всегда, когда мы видим приближающегося Господа, которого несут на паланкине, который движется на колеснице или который гуляет на слоне, нужно поприветствовать, нужно встать. И опять говорится о плодах этого действия. Человек, который поднимается ставить чтобы увидеть Господа. То есть просто смотреть на Господа в форме божества является поклонением Ему очень важной формой поклонения. В общем-то, чуть ли не самой первой форме поклонения божеству это смотреть на божество. Рекомендуется медитировать сначала, фокусироваться на лотосных стопах божества, затем постепенно перемещая взгляд выше, выше и выше. Но. Чем ниже мы себя считаем в преданном служении, тем важнее для нас медитация на лотосные стопы Господа. И эта медитация очень могущественна. В третьей песне Шриман Бхагаватам говорится, что она разрушает горы просто греховных последствий, горы грехов, находящихся в нашем сердце. Там... Лотосный, медитация на лотосные стопы Господа сравнивается с ударом молнии. Да? Индра с помощью молнии может э, срубать вершины величественных гор. Подобно этому, просто глядя на стопы божества в храме, человек разрушает огромные скалы греховных реакций в его сердце. И так нужно вставать, чтобы поприветствует Господа, и тот, кто делает это, освобождается от последствий греховной деятельности. 27 анга. Двадцать седьмая анга – это присоединиться к шествию. Она следует да, за двадцать шестой, естественно, нужно присоединиться к шествию и пойти вместе с Господом. Как минимум нужно пройти несколько шагов, даже если у нас есть какое-то служение Гуру и Кришне, мы все равно должны выразить почтение Господу таким образом и пройти хотя бы несколько шагов и потом почтительно устраниться для того, чтобы выполнить какое-то другое служение. Если у нас были в планах чувственные наслаждения, то следует их отложить. То есть преданное служение должно быть приоритетом жизни, в жизни преданного. Приоритет – это правильно расставленные приоритеты, в общем-то, являются фактором, важным фактором духовного прогресса. Если приоритеты расставлены не так, то мы можем не прогрессировать и даже совершать оскорбления. Итак, следующее – это следовать за шествием, и говорится, что неважно даже сбоку, слева или справа, сзади или даже впереди Господа, то есть не является в данном случае даже шествие оскорблением шествие впереди, то есть где бы человек ни шел, в процессе, когда Господь идет, куда получится, туда и надо присоединиться, и неважно где, в середине, сзади, сбоку спереди процессии нужно пройти с этой процессии и э, человек становится подобен вишну то есть он тоже обретает что значит становится подобен вишну он поднимается на трансцендентный уровень а получает тело подобное вишну обретает свою сварупу и становится свободным от влияния гун материальной природы Вот здесь Джива с вами подчеркивает, что колесница вклю... представляет все другие средства, паланкин в частности, которые уже были упомянуты в прошлом в прошлом стихе. И следующая анга гатыги – это ходить в места, связанные с Господом. И здесь две категории мест. Существуют тиртхи, это святые места, и храм Господа, то есть либо святое место, либо храм. И что касается святого места, тиртхи, то цитируется Пурана, неизвестные Пурана, просто говорится Пурана. Рупа Госвами цитирует Пурану, прославляет две ноги, две стопы, которые отправляются в святое, место, в святое место, достойны прославления. Почему эти две стопы нужно прославлять? Потому что эти ноги, эти стопы, с помощью которых мы сходили в святые, в святые места, становятся способными пересечь очень опасную пустыню самсары. То есть пустыню перейти очень сложно, человек, скорее всего, там останется мертвый без воды и испепеленный жаром, но стопы, которые посещали святые места, на этих стопах можно пересечь пустыню, очень опасную пустыню самсары. Такую силу обретает человек, посещающий святые места. И это тоже в числе наиболее могущественных анг -бахти. Из всех анг, которые перечислены здесь, из всего этого списка есть пять наиболее могущественных и проживание в святом месте или в храме является одной из этих наиболее могущественных анг, которые очень быстро пробуждают бхава, любовь к Богу, экстатические чувства к Кришне. Далее, это касательно тирхи или святого места. Далее, посещение храма. Дается ссылка на «Харе Бхакти Судхадаю» где говорится, что разумный человек, который входит в храм Вишну, наполненный чувством преданности для того, чтобы увидеть Господа там, больше никогда не войдет в тюрьму материнского утроба. То есть человек, который входит в храм с преданностью, с верой и преданностью для того, чтобы увидеть Кришну, он больше не войдет в материнская утроба, которая сравнится здесь с тюрьмой. 29 анга, обходить божество парикрам. Парикрам означает обходить вокруг божества. И опять Бхакти Судгадая цитируется, говорится, что если человек четырежды, четыре раза, а, а, нет, это потом, говорится, что если человек обойдет вишну, божество вишну, начав с одной точки и вернувшись на эту же точку, с которой он начал, это гарантирует ему, что он больше не вернется в круговорот рождения и смерти. То есть гарантирует ему, что он больше не родится. То есть если человек обойдет вишну, он больше не родится. И есть история, где птица, умирая в пасте собаки, собака схватила птицу и искала выход из храма, из двора храма или из храма. И с птицей в зубах обижала божество один раз. То есть именно это она сделала, эта собака. А птица, умирающая, но пока еще не умершая, была в зубах собаки. И эта птица получила, обрела сварупу, обрела освобождение, отправилась на Вайкунху. В другом контексте приводится этот пример с этой птицей в контексте, что бхакти может мгновенно, вот так вот, вот так вот просто, мгновенно, одна анга, единожды совершенная, вообще даже случайно может э, даровать совершенство. Я уже несколько раз говорил, что думать, что преданное служение занимает очень много времени, чтобы ощутить результат. Само по себе является оскорблением. Вообще не нужно время. Вот один раз обойти можно и отправиться на Вайкунху. Один раз произнести имя Кришна и обрести любовь к Богу и отправиться на Галок Одно, Но ну, почему этого не происходит? Проблема в нас, не в бакте, не в процессе преданного служения. Проблема в нас. И поэтому нам дается вот этот процесс сада на бакте, где мы тренируемся, 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 избавляемся постепенно от оскорблений. И когда оскорбления заканчиваются, и их реакции исчерпаны, тогда происходит вот так. Вдруг да, пробуждаются все признаки любви к Богу, и уже никуда не уходят, то есть никогда-то какие-то чувства пришедшие это бава абхас, мы будем об этом говорить позднее. То есть преданный может испытывать разные виды бава абхаса, но пока он еще не достиг бавы, то есть он может испытывать эмоции духовные, но они мимолетные, транзитные, так сказать. Они пришли и ушли, и опять материальные желания. <laughs> это неплохо. Бава аббас есть разные виды Бхава-аббаса, и бава Абхас бывает плохой, бывает хороший. И когда мы занимаемся саддан-бхакти, общаемся с преданными, и вдруг что-то чувствуем, это хороший бава аббас он это тоже очищает. Но Бхава экстатическая любовь к Кришне, она не уходит. Материальные желания не возвращаются уже. И это стабильное состояние стхая бава, в котором мы постоянно осознаем свою сварупу и ä, помним о Кришне, находясь в самадхи 24 часа в сутки, даже во сне. Это очень сложно воображаемое состояние сознания бава-бакти. И оно очень легко может быть достигнуто через совершение любой из этих анг-бакти. Но нам нужны повторы вновь и вновь, вновь и вновь, больше и больше повторов каждой из этих анг, как можно больше, для того, чтобы исчерпать последствия всех оскорблений, совершенных в прошлом, и изменить свое сознание таким образом, чтобы никогда не совершать оскорбления, освободить его от этой самой тенденции к оскорблениям, исключив любую возможность для этого. И на это нужно время, постепенный, поступательный, основательный процесс прогресса в сознании Кришны от ступени к ступени из года в год. Плавно. Такова реальность. Но не нужно сваливать эту постепенность на могущество Ангбакти. Ангбакти здесь ни при чем. Вот так вот может быть. И так здесь говорится, что человек, который обошел Вишну, по часовой стрелке надо обходить и вернулся на то же место, с которого начал обходить, больше не войдет Прагуарот больше не вернется к другому рождению, то есть он больше не родится в этом материальном мире. Далее в Сканда Пуране, в Четвермасе Махатме говорится опять о, о парикраме, обходе божества. О лучше из браманов. те, кто обходит божество четыре раза, превосходят весь мир движущихся и неподвижных существ. И один раз обойти храм Господа, один раз обойти божество, точнее, четыре раза здесь говорится, обойти божество, это лучше, чем, чем сходить в святые места. Заметьте. То есть один раз обойти божество лучше, чем обойти, не один раз, четыре раза обойти, чатурваром, четыре раза обойти вишну. Это превосходит посещение святых мест, потому что это быстрее пробуждает бхакти, преданность Господу, чем посещение святых мест, таких как Ганга. То есть, это по милости Шила Прабпада, Шечтанию Махапрабху и мы можем делать это по всему миру, да, не отправляя святые места. То есть мы не упадем. В мае, если не будем посещать святых мест, такое заключение можно сделать. Есть другие анги-бхакти, они очень могущественны, независимо от того, где мы их совершаем. Вот это вот очень важно. Здесь говорится, что обход божества более могущественен в плане пробуждения сознания Кришны, чем даже посещение святых мест. Вот это означает, что любые анги-бхакти могут совершаться в любом месте, и если мы не можем отправиться в святые места, мы можем, тем не менее, прогрессировать духовно. Но это не означает, что не нужно отправляться в святые места, если есть такая возможность. Это также благоприятно для преданного служения. И далее Арча нам. Появился вопрос. Правильно ли я понимаю, что вернуться обратно в духовный мир можно только развив отношения с Кришной? Это должен быть осознанный выбор. Как получилось, что птица, которую в зубах держала собака, развила эти отношения? Или рыбки, которым гуру бросил просад? Или есть еще история, как мышка пробьет... Да, мы это, все истории вспоминали в контексте могущества в бакте. Пробежала и зажгла фитилек случайно на алтаре. Эти истории иллюстрируют, что Бахте дает результат, причем самый высший результат легко, быстро. И в случае, если у этого живого существа нет оскорблений, оно не совершает оскорбления, нет последствий, оскорбления, ее не сковывают эти последствия оскорблений. Осознанный выбор. Осознанный выбор – это актуальный вопрос для тех, кто несет в себе вот это клеймо, несет в своей истории, в своей духовной истории оскорбления Господа Вайшнавов. Что здесь можно еще сказать и важно еще сказать. Я, я немножко скован, пытаясь подобрать слова, чтобы потом не, за эти слова не получить. Давайте попробуем, то есть сразу предупреждаю попытка. В контексте могу вот этого знания о могуществе бхакти. Вот эта идея осознанного выбора переоценена, скажем так, она переоценена. Осознанный выбор это нечто сродни, нечто, что сродни с усилием. И если мы делаем ставку только на осознанный выбор, знак равенства, на свои собственные усилия, то это вообще не бхакти. Это гиана, это йога, это что угодно, но это не бхакти. Бхакти подразумевает, что мы предаемся Кришне. Кришна самарпан или атманик шепа. Мы просто бросаем себя Кришне. Вот делай все, что хочешь с нами. Да, это тоже осознанный выбор. Да, это просто. Но Кришна что-то делает с нами и с нами что-то происходит. Осознанно в общем, все, что я здесь хочу сказать, не надо переоценивать осознанный выбор, собственный анализ или даже интроспективность, самоанализ, самокритичность, внимательность и попытки разобраться во всем, в том числе и в себе, во всем своем внутреннем мире. Не надо делать на это ставку. Это полезные вещи, которые могут сопутствовать бхакти, но бхакти оно не здесь, оно не в этом заключается, не в осознанном выборе даже. А, ну, хотя куда без осознанного выбора? А, ну, то есть осознанный выбор вернуться к Кришне, его вообще нет в начале бхакти, его быть не может. Мы выбираем сознание Кришны, мы привлекаемся сознанием Кришны, это наша удача. Но это не может считаться осознанным выбором в самом начале. То есть состояние, когда я практикую бхакти и временами сомневаюсь в том, что Кришна вообще существует. То есть это достаточно обычное состояние для начальных стадий преданности. Человек реально, он живет с сомнениями. Ему бы от сомнений избавиться однажды мы, общались как-то с одним преданным, тогда я был Брамачари, он был Грихасхой, и очень по душам общались, и он открыл сердце. Вот как вообще хоть поверить в Кришну? Это инициированный преданный был. Да, не очень хороший пример, не очень успешная духовная жизнь. Вот. Но в конце концов он до сих пор в сознании Кришны. То есть разговор был 15 лет назад, и сейчас нет таких сомнений. Ну, как можно это назвать осознанным выбором? Я сделал выбор, чтобы вернуться к Кришне в духовный мир. Не делали мы такого выбора. Мы очень ну, не все, по крайней мере, по крайней мере из нас. То есть человек может привлечься к Кришне, обрести знания и веру в Кришну и поклоняться Кришне с желаниями, то есть с какими-то смешанными мотивами и постепенно очищаться за счет поклонения Кришне. То есть осознанный ваш выбор вернуться к Кришне или нет такого еще выбора. Если вы поклоняетесь Кришне, вы вернетесь к Кришне. То есть это до этого все дойдет. В какой момент там у птицы проснулось сознание? Да, мы можем быть уверены, что у этой птицы проснулось полностью сознание Кришны, полностью проснулось за счет Вайтхи Бхакти, которое оно совершило, неосознанно находясь в зубах собаки. А, то есть э, это очень хороший вопрос на самом деле. И он, э, он нас отправляет к очень важной теме. Это покрытие гьяны и кармы, когда Бхакти покрывается гьяной и кармой, когда мы больше начинаем полагаться на свой осознанный выбор или на свои какие-то усилия, на свою э, скорпулезность в том, чтобы разобраться, что, что там за анархия, что я правильно понял, что неправильно. То есть я не осуждаю эти методы, то есть они уместны как ассистенты, как второстепенное что-то, не главное. Что это означает? Если я, могу, если я пытаюсь что-то понять и не могу что-то понять, я могу просто это бросить и не пытаться понимать. Но бросить преданное служение, активное вовлечение в преданное служение, исследование, ставление духовного учителя, это не в моих интересах. Вот оно приведет меня к высшему совершенству. Я даже могу не знать, как, и в подтверждение вот этой неосознанности, но при этом связи с Кришной, можно процитировать пранаму Мадану Махану. Кришна Раскараджа Госвами произносит это в читании Чаритамрты. Джайтам Мама Падам Радха Мадана Он выражает почтение Радхи и Мадана Махану, божествам Самбанхи называя себя при этом хромым и неразумным. Пангор и Манда. То есть он не способен к гьяне, он тупой. Да? То есть не, не Кришна скажешь, даже с вами. он считает себя тупым, не способным к тому, чтобы заниматься гьяной, гьяной. Гьяна – это анализ, это анализ анарх. Какие у меня анархи, какие у меня материальные привязанности – как все, как, как все там запутано в этих самскарах и в этих васанах у меня в голове. Или не в голове, это в сердце находится. Да. То есть, это э, Гьяна, это не бхакти. Но она может быть уместна как ассистент бакти бхакти до какой-то степени. Но ставку мы делаем на занятость в преданном служении. То есть, на, то, что, на, на конкретное преданное служение, обход вокруг Вишну в храме, выражение почтения. Повторение святых имен, чтение шримад там практическое служение, распространение книг, воспевание святого имени в обществе преданных или на Гарсанкетана, на улице воспевания. Служение, любое практическое служение, миссии Шилупраупады, которым мы можем пригодиться, программисты даже пригодятся. Шилупраупады даже не знал, что такие существа возникнут на, на планете Земля, но они могут служить миссии Шилупраупады. Любая профессия. То есть вот на это надо делать ставку, что по милости Господа к нам придет знание, к нам придет все. И к этой птице, по милости Господа, пришло все без ее какого-то особого усилия. Это исключительный случай, в любом случае это не правило, но смысл, но смысл именно в этом, что бхакти означает ставка на бхакти. Бхакти означает ставка только на бхакти. Если я пытаюсь что-то понять, я не могу это понять. Я не переживаю, не надо. Кришна решит, что мне понимать, что мне не надо понимать. Но я должен предаваться Кришне, я должен сосредоточиться на воспевании Святого имени. Вот это вот показатель. То есть и показатель веры. Я могу забыть обо всем, могу отпустить все и просто сосредоточиться на Святом имени. Если насколько у нас это получается, настолько. И у нас есть вера в святое имя в процесс бхакти, а не в себя или в свои какие-то способности, пусть даже к самоанализу. Очень многое открывает этот вопрос. Очень интересный вопрос. Если хотите, можете что-то дополнить. Голос можно голосом, чтобы быстрее уточнить. Ладно, тогда продолжаем. Хари Кришна, а можно уточнить да, в тот да, момент? А, то есть получается, самоанализ имеется в виду самоанализ, когда мы непосредственно размышляем, на каком там я уровне нахожусь, что мне лучше нужно делать? Просто часто же говорят, что размышление о преданном служении это также преданное служение. Да, размышление о преданном служении это преданное служение. Но опять видите, как мы воспринимаем. Я не критикую сам анализ, то есть аспекты Гьяны и кармы они не должны покрывать бхакти. Но не говорится, что их не должно быть. То есть мы не должны, так сказать, не обязаны дистиллированные бакте практиковать. Это невозможно. То есть наши ачари даже не проповедуют этого. Рупагасвами начинает Шлоку начинает нектар наставлений у Падышам это со шлоки, которая не является бхакти. Вача вегам, анаса это не бхакти. Но оно представлено в контексте всего учения это является Санга-сида бхакти, гьяна, ассоциированная с бхакти, ассистирующая бхакти. Поэтому вот этот самоанализ я имею в виду себя, своих анарх, своих слабых, сильных сторон, своего понимания. Он, он не осуждается, то есть я его не хочу осуждать. Это очень хорошая вещь. Она очень полезная в бакте, в изучении философии, в понимании философии, в объяснении философии. То есть без анализа и без самоанализа я едва бы рот смог открыть, и вряд ли вы согласитесь бы меня слушать. И без самоанализа тоже вообще что-то изучать, что-то что слушать. Все это хорошо, но это не должно покрывать бхакти. Мы должны помнить, что на что нужно делать ставку. Ставку нужно делать на преданное служение. Думать о том, как лучше служить Кришне, это не самоанализ, это, это преданное служение. Самоанализ именно копаться в анархах. Копаться в анархах, копаться в мотивах. Как-то я помню, был молодым бхактой, а... ну, в смысле только начал преданное служение, а... жил в ашарами ну, может быть, два года, три года я практиковал сознание Кришны. И у нас один старший преданный очень любил поднимать темы о пуджи, лобхи, практически о тонких материальных желаниях, о попытках прославиться там, и так далее, и так далее. Я никогда его не понимал, потому что ну, я молодой бакта, я вот там в толпе живу, меня никто не видит, просто шафрановая точка где-то там в толпе. как-то неактуально это было, и я не понимал, ну зачем такой напор на эту тему? Я понимаю, что это есть у Очарев. Ну что, ну почему у него вот так, такая вот как хобби, он закапывается в это? Я не понимал, но все-таки это было навязано, потому что старше преданный. Я спросил как-то духовного учителя, а вот что делать вот с такими желаниями? Он удивленно на меня посмотрел и спросил, а тебе что, хочется этого? Я задумался, пожал плечами, да вроде не хочется. Он просто повторяет Хари Кришна и занимайся служением, не думай об этом. Вот, то есть на каком-то этапе нам не надо слишком много думать, если оно не думается, ну как бы не время. Нужно думать о том, о чем более актуально для нас. И в основном это базовые вещи, то есть как, как быть занятым, как правильно понимать самбанху, философию а базовые вещи на Бхагавадгите, как быть занятым в преданном служении, какой образ жизни более подходит для деятельности в сознании, для практики преданного служения. Вот я, может быть, не неправ... поправьте, если я неправильно понял ваш вопрос. Вот. Ну, в общем, думать о том, как лучше служить Кришне, это... Это вовлечение ума в предное служение. Безусловно, это преданное служение. Конечно же, даже думать о том, как я поеду в святое место и планировать это уже предное служение, даже пока мы еще не поехали. Вот, то есть я же не сказал, что нам вообще ни о чем не надо думать, и ничего не надо анализировать. Нам надо анализировать. Нам надо думать, нам надо развиваться, нам надо работать, и головой и тоже и не только руками и ногами. Все это надо. Вот. Но ставка делается на то, что не, не я что-то там подумаю и пойму. Не, не, то есть у меня все хорошо, если мы так думаем. Хотя зря, если мы так думаем. Но если даже мы так думаем, что у меня более-менее хорошо все в сознании Кришны, я в конце в концов в сознании Кришны как-то, повторяя святые имена, в обществе преданных что-то делаю, вроде вдохновлен. Ну, давайте посчитаем это, что хорошо, да? Пусть это будет называться хорошо, хотя нет прямо Бахти, так что не очень хорошо. Вот, значит, есть аппаратхи, еще хуже, да. Но тем не менее, пусть это будет хорошо. И вот мы можем думать: вот у меня э, более-менее все хорошо в сознании Кришны, потому что я, 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 я хорошо занимался преданным служением. Я правильно занимался преданным служением? Я с правильным мотивом занимался преданным служением. Я с правильным мотивом. А, то есть, ну, это иллюзия. Это иллюзия. Думать так означает пребывать в большой иллюзии. То есть по милости Кришны все хорошее вопреки нам проявляется по милости чистых преданных и по милости Кришны. Сначала милость преданных, потом практика преданного служения, потом милость Кришны. Все вот так происходит. Если мы видим, что человек обрел милость Кришны, там лично увиделся с Кришной, да, как описано в шастрах, разные случаи описаны подобные, мы должны понимать, что это произошло, потому что в прошлой жизни он практиковал бхакти. А практиковал бхакти, потому что он получил милость преданного. Это, допустим, Прак... Джива с вами объясняет это в бхакти Сандархе про змея Кали. Кали увидел Кришну. Он обнимал его своими колбуками. Кришну топтался по его головам своими лотосными стопами. То есть он разговаривал с ним. Пусть и прогнал, но говорился говорил с ним, Он увидел Кришну. Джуга с вами объясняет, что он увидел Кришну, потому что он практиковал Бхакти. Он совершал оскорбления, они прокляли там друг друга. Один стал вороном, другой змеем, два преданных вот, получили реакции из за оскорбления друг друга, так сказать. Но он практиковал бахти, поэтому он увидел Кришну. А практиковал бхакти, потому что до этого он получил милость преданного. То есть, так или иначе, все, все сходится к милости преданного и к милости Кришны. Благодаря этому мы прогрессируем, благодаря милости мы прогрессируем, не благодаря усилиям. Усилия является второстепенным фактором. На уровне Вайтхи Бхакти, когда наше сознание очень сильно покрыто гунами, мы усилия это все, что у нас есть, это все, что мы видим. Но это лишь часть реальности. Да, пока мы видим только усилия, давайте нажимать на усилия. Все хорошо, все правильно. Но это только часть реальности, которая пока нам открыта. Но высшая реальность – это то, что все, все это происходит по милости Гуру и Кришны, по милости Кришны и Вайшнавов. Уточните вопрос, если я вдруг не туда отвечаю. Спасибо, ответили. Спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна. Хорошо, давайте продолжим. Дальше. Арчинам. Мы с вами уже много анг Обсудили несколько, которые касаются божества в храме. Ходить в храм, выражать почтение, обходить, принимать гирлянды, носить на себе, которые предложены божеству были, и вдыхать аромат благовоний и так далее. То есть очень много видов преданного служения, которые связаны с божеством, сарчеви граха. Но что такое, и мы... это связано с Арчиной. То есть Арчина это отдельная, Анга это тоже связано с божеством. Но Арчин, ну, допустим, когда мы приходим в храм и кланяемся божеству, это не Арчина. Но это связано с Арчиной, с поклонением божеству в храме. Но Арчина это когда человек, получивший дикшу, поклоняется божеству, используя дикша мантры, которые он получил от духовного учителя, и используя различные предварительные процессы очищения тела, очищения ума и, и различные упачары. То есть, когда мы видим арати, арати предшествуют другие виды арчины, аспект арчины. Вот это вот все и есть арчина. А прийти, помолиться Божеству, вознести молитву, прослать Божество, танцевать перед Божеством и все такое, мы условно называем тоже Арчиной, но это связано с Арчиной, это связано с Божеством, но Арчина – это непосредственное поклонение Божеству, то, что делает Пуджари в храме, вот это он занимается Арчиной. Мы, которые на Арте пришли, мы не занимаемся Арчиной в строгом смысле этого слова, но… Вот вот так нужно понимать Арчина, это то, что делает пуджари, имеющий вайшнавскую дикшу или ведическую дикшу и поклоняющийся по принципам панчаратрики, предлагающий упачары, совершающий пуджу и арати. Вот это, а, это арчина. И вот здесь вот как раз Дживы Гасвами подчеркивает, что все эти блага, которые приносит Арчина, а сейчас мы их прочитаем, достигаются любой другой ангой. Если Арчину совершать невозможно, то есть у человека нет дикши. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Нет дикши, нет Арчины. Все. Точка. Никаких других вариантов. Нет дикши, нет Арчины. Человек должен иметь дикшу. Дикша имеется в виду даже не первое посвящение, а два посвящения у нас в нашей линии, в линии Бхактисиданта Сарасвати и Шилабрупады. Это два посвящения. Если у человека нет дикши, все, нет никаких вообще вариантов и вопросов для арчины. Не должно быть. И не... очень печально, что нам приходится обсуждать разные случаи, что теперь делать, когда уже где-то поклоняются божеству. А, и Арчина иллюстрируется в десятой песне Шримад Бхагаватам. Говорится, что поклонение лотосной стопы Господа является корнем или причиной, коренной причиной всех видов совершенства, которые личность может найти в рай, на райских планетах, обретя освобождение или на каких-то других планетах или на Земле. То есть любые виды совершенства, они достигаются через поклонение лотосным стопам Господа. Здесь речь идет об Арчине, подразумевается Арчина в этом стихе. Джива сами говорит, что здесь Арчина, делается акцент на Арчине. И Арчина здесь названа поклонение божеству как мулом или корень для того, что корень любых других видов совершенства, для, то... для того, чтобы прославить это. Вот наш корнем, Арчина названа корнем всех видов совершенства, которые можно найти на райских планетах, планетах или обретя освобождение или здесь на Земле. В отношении других видов деятельности, не в отношении других процессов бхакти. Понятно, да? То есть Величие ангбакти оно практически одинаковое если нет возможности совершать арчину можно совершать другие виды преданного служения и их также можно считать корнем или значит, главной причиной любых других видов совершенства то есть если проще сказать то что через совершение ангбакти можно достичь любого вида совершенства можно отправиться на райские планеты, если хочется наслаждаться. Можно обрести освобождение, слиться с браманом, если такого хочется. Можно процветать на средних планетах Вселенной или на Земле, иметь власть, процветание, богатство и так далее. Все, что угодно можно достичь просто по милости Господа, поклоняясь Ему как божеству или совершая другие анги, бхакти. То есть бхакти может дать все. От бхакти зависят плоды любых других видов деятельности. То есть, наоборот, карми никогда не достигнут ничего, если не будут поклоняться наряду со своей кармой Господу. Гиане также не обретут освобождение, если не добавят хотя бы какой-то элемент бхакти к своим занятиям гианой. То есть, вот такова независимая природа бхакти. Оно дает плоды всех видов деятельности, но сама не зависит от них. Бакт является корнем всех совершенств. То есть любого успеха можно достичь по милости Господа, поклоняясь Ему. Известная шлока также цитируется. Джилга с вами цитирует шлоку из Шримад бхагаватам МАКАМА Сарва Кама Ва Мокша Кама Удара Диги Тиврена Бхакти Йогена Яджета Пурушам Парам. То есть человек с широким сознанием, широкомыслящий человек. Неважно, полон ли он материальных желаний, свободен от них или он желает освобождения от материального рабства, должен поклоняться всеми способами Верховной Личности Бога. Так что для поклонения Верховной Личности Бога ник, никто не дисквалифицирован. Это еще один смысл этого стиха. То есть вот этот паралич, который иногда возникает в результате токсичного идеализма. То есть, или чистое преданное служение, или ничего, он ну, фактически, это, это паралич духовный паралич. То есть человек не должен стесняться ничего. То для того, он должен поклоняться Верховной Личности Бога при любых обстоятельствах, с любыми желаниями, из любого состояния, он имеет полное право, хочет красивую жену с большим наследством, имеет право поклоняться Верховной Личности Бога. Хочет денег, власти, богатства, без проблем, может поклоняться Верховной Личности Бога. Мы это не проповедуем. Нет. Это мы объ... Что значит мы это не проповедуем? Мы объясняем, что можно получить нечто большее от поклонения Господу. То есть, когда Целью бхакти должно быть бхакти, что бхакти выше, интереснее, ценнее, больше всего этого. То есть вот это мы объясняем, но мы не говорим, что вот превратись в овощ, не чувствующий и не думающий. То есть преданного служения не хочется, но в Кришну верю, а просить ничего не буду. Хочу, но не буду. Я, я не могу даже описать это состояние, потому что такого состояния нет в Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам есть чистые преданные и есть Мишра-Бхагты, нечистые преданные, которые, тем не менее, с любовью относятся к Верховной Личности Бога, и прямо на глазах, на страницах Шримад-Бхагаватам превращаются в чистых преданных. Или видно, что их путь светил, и в будущем они станут чистыми преданными но паралитиков, интеллектуально парализованных людей там нету. Поэтому нужно правильно понимать, что, что значит мы не, мы не проповедуем Мишера Бхакти. Мишра Бхакти мы не проповедуем, потому что нет необходимости его проповедовать. Мы проповедуем чистое Бхакти и в контакте с нашим умом, наполненным материальными желаниями, Автоматически получается Мишра Бхакти, ничего другого не получается сначала. Но по мере очищения, по мере общения с преданными, у нас меняются цели и ценности. Мы очищаемся, чувствуем высший вкус и привязываемся к сознанию Кришны и уже не можем его оставить и не хотим без него. При любых обстоятельствах исполняет наше желание Кришна или не, или не исполняет но Кришна именно тот, кто может исполнить желание, и Кришна именно тот единственный, кто может освободить нас от страданий. Иногда материальное существование таково, что я не знаю, как вы, но я иногда испытываю такую боль, что я вообще не знаю, что, ну я не могу больше ничего делать, кроме как обращаться к Кришне, чтобы он освободил меня от этой боли. И я ловлю себя на том, но ну, это же нечистое преданное служение. Но да, нечистое. Но потом, а, 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 ну а кто может еще освободить меня от нее? Кто еще может? Мать, отец, родственники, друзья, а, а, антидепрессанты, что? Алкоголь, греховная деятельность, благочестивая деятельность. Ничего, никто, кроме Кришны. И может быть это, да, это не чистая бхакти, но это гораздо ближе к чистому бхакти, чем отсутствие бхакти или вот это вот бессознательное, парализованное состояние. Я не хочу чист... чистого преданного служения, не хочу, я хочу только материального, а вот тут надо мне Кришне поклоняться, ну, буду вот тогда просто безжизненно что-то делать. Зачем этот человек делает, для чего он это делает? То есть очень сложно представить. Этого нет всем от Бхагаватам. То есть нужно поклоняться Кришне. Вот, вот, а вот, но ну вот что есть в Шримад Бхагаватам? Акама сарва кама ва мокша кама удары дыхи. Есть у тебя желание? Нет у тебя желаний? Нет желания, это преданные. У них нет желания. Означает, что они ничего кроме Бхакти не хотят. Им кроме Кришны ничто не нужно. Это Акама. Если вы такие, то, конечно, поклоняйтесь Кришне. Но если сарвакама кама у вас куча материальных желаний, тоже надо поклоняться Кришне. Или мокша-кама, если вы желаете освобождения, да тоже надо Кришне поклоняться. Да не надо ничего делать ни в каких обстоятельствах. И это не так, что если я принимаю решение, что я буду поклоняться Кришне, чтобы он исполнил мои материальные желания, то все, конец, я себе, я себе подписываю приговор. Нет. Другой Махараджи не подписал себе приговор он поклонялся Кришне с определенной целью. Но поскольку он следовал авторитетному процессу, он очистился. И когда Кришна, и Кришна ему открылся, он явился ему, он дал возможность увидеть его трансцендентную форму, форму Господа Нарайны. И тогда друг устыдился своих желаний, с которыми он начал поклоняться. Вот так это происходит. В результате в результате преданного служения человек очищается и становится чистым, преданным. А не сначала он выдумывает себе, что, что он уже чистый, преданный, и сейчас он начнет поклоняться с чистым, преданным служением и еще, и еще более чистым станет. Мы грязные, мы падшие, и мы принимаем прибежище у Кришны, чтобы стать чистыми, преданными. И на этом пути в каком-то моменте мы более или менее чистые, преданные, да. Но, но, но нам не надо так думать. Нам надо думать, что мы несчастные, ничтожные, обусловленные души, а, а, обремененные грехами, оскорблениями. И нам нужно принять прибежище в обществе преданных и у лотосных стоп э, Кришны. И заниматься преданным служением, которое очистит нас и сделает чистыми преданными. Если где-то там по пути у нас есть какие-то желания, решение одно. Кришна. Поклонение Кришне, никаких других решений не может быть. Надеюсь, эта да, тема будет постепенно становиться все понятнее и понятнее. Она требует личных реализаций, она требует знания. То есть нужно внимательно изучать Шримад Бхагаватам в частности одна из историй, что Шри, Малбага там великих историй, Амиша а Рабхакти это Дру Махарадж. Ну, этим не ограничиваются а, некоторые разные варианты Миши. А, есть в, в других историях, допустим Кардама Муни, отец Господа Капилы, а, супруг Девахути, который дала рождение Верховной Личности Бога Капила Деву. В нем вот это транзитное определенная транзитом прошла, это Миша. У него были потребности, он поклонялся Господу с этим желанием. Но он исполнил это желание, пошел дальше, выполнив все свои обязанности, отрекся от мира и достиг совершенства. То есть нужно учиться у великих личностей. Не нужно спешить формировать в себе какие-то установки, какие-то понимания до того, как мы не получили этого из авторитетного источника. Знание, которое представлено в Шримад Бхагаватам, вдохновляет и способно вдохновить и пробудить мертвого, духовно мертвого человека. Оно не парализует, оно не вызывает ощущение безнадежности. Никогда таковым же должна, таковой же должна быть и наша презентация презентации этого знания. То есть это мой опыт. Ш... Шримад Бхагаватам там, проповедь Шилу Пропаду вдохновляет всегда, в любом состоянии. Я помню, когда я начал читать книги Шилу Пропада, они очень сильно вдохновляли и превратили весь мир просто в какую-то в какой-то волшебный мир. Просто они... очень сложно это описать все. Вообще нельзя это описать писать, что происходило. Я не следовал ни одному принципу тогда еще. Но начал читать книги пропаду, повторять немножко мантры. Весь мир просто преобразился. Сердце наполнилось какой-то радостью, счастьем. И это счастье вытолкнуло греховную деятельность и дурные привычки на тот момент, которые были. То есть из любого состояния. И не так, что он в дверях стоят, так сказать, фейс-контроль да, на дверях в бакте. И тех, кто привязан к сексу, к мясу, к интоксикациям, еще к чему-то, их просто туда не пускают. Не так. есть некоторое фае, где можно все начать и начать пробовать на вкус бхакти, начать испытывать на себе его просветляющее, очищающее, воодушевляющее воздействие и, и так уже отказаться от низших видов деятельности, низших видов чувственных наслаждений. Бхакти может пробудиться в сердце человека, пока в нем еще есть вожделение. Да, для Гьяны, никак или для йоги, если человек не может следовать целебату, нет йоги. А для бхакти, начиная бхакти, бхакти пробуждается, и потом, пробудившись в сердце, выгоняет оттуда вожделение. А не так, что сначала целебаты, полный контроль чувств, а потом бхакти. То есть ставка. На бакте эти виды деятельности являются проявлением внутренней духовной энергии Кришны. А занимаясь ими, мы можем достичь всего совершенства, и можно, можно сильно, сильно многому можно не думать. Или если и надо думать и анализировать, то только для того, чтобы прийти к тому выводу, что не надо особенно -то думать и анализировать, нужно просто предаться Кришне. Звучит так просто, но ну, зачастую нам это не просто сделать. Поэтому мы думаем, анализируем. Еще в Вишнурахасе говорится, человек, который совершает Арчину, поклонение Вишну, на этой земле отправляется в вечную в высшую обитель Вишну, которая наполнена блаженством. Еще есть вопрос. Возможно ли объяснить неверующим о форме? Божество неверующим, тем, кто не верит в форму божества, что Арчи гроха это Бог. Объяснить возможно, да, безусловно, мы должны знать, какую логику нужно применять, какую последовательность нужно применять. Ну, то есть мы должны быть убеждены сами, означает, что мы можем объяснить это и другим, но примет человек или не примет, это зависит от того, насколько он удачлив или неудачлив, насколько он заслуживает а, вот этого то есть бхакти, принимают те, кто склонен к бхакти, а склонность к бхакти формируется в результате общения с преданными и служения преданным. Это человек может быть не готов, и сколько бы он ни прочитал или не услышал, он не примет. Но кто-то примет. Но ну, для, в обоих случаях да, мы должны быть хорошо подкованными в том, чтобы объяснить это. Можно учиться этому Шилу Прабхупада, в есть объяснение того, каким образом Арча Виграха или Арча Аватара является вечной, трансцендентной формы Господа, которая существует вечно, хотя и кажется материальной для наших глаз. Возможно, но это непросто. Надо Учиться этому Шилу Прупаду можно повторять его аргументы и не привязываться к результату, потому что человек принимает или не принимает в соответствии со своей склонностью к сознанию Кришны или отсутствием этой склонности. Еще какие-то вопросы? Хари Кришна, вот сюда уточняющий вопрос задам как раз в контексте. Что это такое за понятие удачи? То есть очень часто мы можем в шастрах услышать, если душа удачлива, да, там, то приняла, например. От чего это зависит? То есть обычно это же все равно какие-то кармические наши заслуги или отсутствие их? Это не кармические заслуги. Кармические заслуги, их отсутствие здесь вообще ни при чем. Мы это проходили в начале, книги «Нектара преданности». Удача. Бахтинон Такур в Дашу Малататве дает определение удачи. Это, в, в принципе, относится также и к кармической удаче. Допустим, вот человек жил, жил, ничего не предвещало, ничего хорошего, но вдруг на него свалилась какая-то удача. Да, там много денег, к примеру. И мы видим выиграл в алтаре, к например. Мы видим это люди, вернее, обыватель видит это как удачу, а мы как видим, когда начала как вдруг свалилась удача, как мы это видим? Как нас, ага, скажите, если можно сказать, что в прошлом он какие-то благочестивые поступки да. сделал и как результат? Да, то есть удачу мы воспринимаем как мом момент, во момент во времени. Когда человек получает плоды своих прошлых поступков, именно так Бхаксина Такура определяет удачу, и вот эта удача, позволяющая встретить истинного духовного учителя и серьезно отнестись к его наставлениям, приняв сознание Кришны в свою жизнь, это удача. Это момент во времени, когда человек пожинает плоды своих прошлых поступков. И что это за поступки? Это саду санга, общение с преданными, которое также включает в себя служение преданным. То есть контакт с преданными, служение преданным, общение с преданными является той самой деятельностью, которая формирует удачу человека. Вот это, вот, вот это удача, которая, о которой идет речь всегда в контексте принятия сознания Кришны. То есть на практике это как? Человек живет с сознанием полностью, так сказать, захлопнувшимся сознанием, то есть полностью с материальным сознанием, без какой-либо вообще малейшей склонности к сознанию Кришны. Да? Но вдруг он встречает Харинаму, она слушает, слышит святое имя, проходит еще три года, он еще раз встречает Харинаму, опять слышит святое имя, проходит еще пять лет, опять встречает Харинаму, слышит святое имя. Каждый раз он думает, опять эти придурки, да, к примеру. В какой-то раз он думает, интересно, они абсолютно не, не, не беспокоятся о том, как они выглядят, и они выглядят счастливыми, у них что-то есть. Я моделирую ситуацию, но у меня было что-то такое. Я увидел на рынке Харинаму однажды, подумал, ну вообще, это же просто даже, не знаю, за... вообще сумасшедшие. Потом я увидел издалека Харинаму, ничего не подумал ни плохого, ни хорошего. Потом я увидел преданных, которые, похоже, шли с речки. И я подумал, они такие свободные, они могут, они свободные. Я не знаю, что мне привиделось, мне показалось, что они свободны. Им наплевать, что я о них подумаю, как они выглядят. Они погружены во что-то и выглядят счастливыми. И, то есть у меня <свеск> всплеск позитивных мыслей возник. <свеск> да, то есть я не совсем про себя рассказываю, я <laughs> вплел себя. Да. Мой... Мне жена рассказывала, что ее отец, мой тесть, он был преподавателем в университете. И он... У него был трюк. Он, он говорил, что когда не знаешь, что рассказывать, но надо, чтобы было интересно, рассказывай о себе. <laughs> вот так формируется удача. Это просто пример. Контакт с преданными, которые воспевают Святое Имя, проповедуют нам, говорят нам что-то о сознании Кришны, или они просят нас сделать что-то, или мы даем им что-то. Вот эта деятельность, которая потом выражается, когда она накапливается, это все благодаря преданным происходит. Преданный является вот этим линком, связующим, звеном с Кришной, с духовной энергией Кришны, никак по-другому когда это накапливается, в какой-то момент мы вдруг говорим, да, мне это очень нравится, я хочу, я хочу это. Я хочу сознание Кришны. Вот это удача. Всегда, когда речь идет об удаче, речь идет о, вот об этом. Еще вопросы? Спасибо большое. Наконец-то я поняла этот момент. Еще вопрос был по поводу конишка адхикари, адхикари, то есть неофитов. Им рекомендуется для начала обретать веру в форму Господа о том, что верховная личность Господа это форма его вечна, а также предписывается поклоняться Господу в форме божества. И вот здесь возникает вопрос, что под вот этим поклонением в форме божества имеется в виду, потому что неофит, он, как правило, еще не имеет духовного учителя, то есть он не получил посвящение. <священную> да, здесь может иметься в виду разные формы поклонения божеству. В Индии это можно видеть, можно видеть вот этих конечно а Кари людей благочестивых, которые верят в божество и приходят к божеству, посещают храм, но они не практикуют серьезно бхакти и не понимают ценности саду санги, благодаря которой как раз можно да, прогрессировать в сознании Кришны. То есть вот в этом Матхиамадхикаре, который получ... получивший человек с точки зрения арщины, человек получивший посвящение, считается Матхиамадхикаре. Это уже частный случай, он может не быть матьям Трикари, он может быть вообще негодяем, да, конечно, Арикари, Пракрита Сахаджием, лицемером, притворщиком или просто неофитом. Да. Но технически должно быть так, должно быть так. Человек, получающий второе посвящение, является матьям Трикари. И вот он занимается арчиной, поэтому конечно, Викари, поклоняющийся божеству в храме, это человек, который посещает храм, посещает святые места, посещает храм, чтобы выразить почтение божеству, о чем-то молиться, это уже частные случаи о материальном, об освобождении от страданий или еще о чем-то. Или у него действительно есть некий, некоторый вкус прям к бхакти, к общению с божеством, спонтанная какая-то привязанность. Здесь имеется в виду любые другие формы поклонения не Арчина, потому что Арчины занимаются технически, формально, Матхия Матхикари. И в этом шлока, который, на который вы сейчас ссылаетесь, где дается определение количества дикария. Она больше подчеркивает, что человек не, настолько его знание слабо о принципах духовной жизни. Что он не способен оценить важность общения с садху, с преданными, важность таких процессов, как слушание. Также. То есть, у нас здесь подчеркивается больше ограниченность его в знании и в качествах. То есть он не умеет общаться с преданными, он не особо-то ценит преданных. Он может не видеть особой разницы между собой и продвинутыми преданными. То есть, здесь подчеркивается ущербность этой позиции, что нужно прогрессировать, нужно меняться. Но при, при этом он может согласиться с тем, что в храме находится Господь, и от него все зависит, нужно поклоняться Ему. А, а, говорить конечно, о, конечно, декаре немножко труднее, чем о Матхиам и Утамам. Почему? Потому что вот это тоже важно сделать заметку себе. Конечно, Двекарри ⁇ это очень обширная такая сфера. То есть если взять всю шкалу развития живого существа <laughs> до уровня премы, то, конечно, Двекарри ⁇ это очень большая шкала. То есть, конечно, Двекарри может быть... Под конечно, Двекарри может подразумеваться что-то очень негативное, как прокрыто сахаджи, прокрыто бакты, материалистичные преданные, как... Люди, не имеющие качеств, не умеющие общаться, имеющие слабую веру, очень слабое знание и так далее, и так далее. Минус, 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 минус. И под конечным кари может иметься в виду нечто позитивное, что человек начал путь сознания Кришны. Он практикует уже под руководством истинного духовного учителя, что он намерен совершать духовный прогресс, он следует правилам и предписаниям, и он даже удовлетворен уже. На духовном уровне, в, как, в духовной жизни, в духовной практике, черпают удовлетворение. То есть, конечно, этой каре может быть садока, который уже инициирован и очень искренний, и с него можно брать пример, но есть также и недостатки на уровне веры, на уровне знания, на уровне качеств, на уровне стабильности тоже может быть недостаток. И это может быть вообще просто вот апосом продая, отклонившиеся секты. Они тоже, конечно, этой карии. И это могут быть просто люди, которые едят, живут здесь в бенгальских деревнях, едят рыбу, не повторяют Хари Кришна иногда, от случая к случаю поют, когда какая-нибудь программа, и приходят в храм регулярно, иногда соблюдают и кадыши, не едят рыбу. Вот они тоже, конечно, ну, поэтому о а конечно Каре немножко сложно говорить, потому что под этим это, охватывает очень много уровней сознания, очень, очень много разных позиций в сознании Кришны. А тогда как Матхья, Матхикари, Ута, более, более, ясно, то есть более узкая сфера, более четко можно определить место. Матхья, Матхикари, Ута, Матхикари, это который уже на уровне высшего совершенства. Еще вопросы? Спасибо, понятно. В целом, все уточню. Только поклонение божествам, получается, это посещение святых мест. Человек просто старается следовать, возможно, режиму дня храма, допустим, посещает программы. То есть, это тоже считается поклонением божествам. Человек, который регулярно повторяет святые имена или посещает программы в храме, он может быть и конечно дикари, но это, конечно, которые который очень близок к процессу, который, через который он может быстро стать матхиамат То есть регулярность, принятие руководства в сампродае не должно оставлять человека на уровне конечно дикари надолго. Да, это может подразумеваться именно это, безусловно. Еще что-то? Спасибо. Вас. Понятно, все понятно. Конечно, векари, уровень, конечно, викари, качество, конечно викари, который проявляет тот или иной Вайшнав, практикующий сознание Кришны, является, в может являться вообще трагедией, да, то есть трагедией да, в духовной жизни. То есть он не должен быть, конечно, викарий. Почему он, конечно, викари? То, то есть это трагедия. Столько всего сделано, столько лет все делается. Почему? 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 А да, ответ, ну, это риторический вопрос. Почему? Почему? Да? Понятно, почему. Аппаратки, аппаратхи. Оскорбления обеспечивают стагнацию, обеспечивают даже откаты, так сказать, назад, падение. Человек был воодушевленным, бактой потом стал мрачным. Коништа, рикари, разные степени негативности могут быть в этом термине, и иногда это действительно трагедия. Иногда это очень-очень-очень серьезная проблема. Быть конечно рикарь. А иногда это вообще не проблема, это наоборот, просто праздник. Да, удача наконец-то человек начал свой путь сознания Кришны очень замечательно. Скоро его знание укрепится, вера окрепнет, вкус усилится, он очистится, утвердится, все, все хорошо. Но иногда это трагедия. Допустим, человек, от которого ожидается, что он уже мог бы быть Матхиа Матхикари, Люта вдруг в своей проповеди прокалывается так, что видно, что он даже не имеет полной веры в Ачарию, в учение очарев например, пытается изменить его, апеллируя к тому, что времена изменились. Да, что-то надо менять много со временем, надо использовать интернет, нужно опираться на социальную ситуацию в обществе, но послание менять нельзя. Шилопрупад сам подчеркивал, что он нам дал то же самое, что давали предшествующие Ачарии, великие личности, Вясадева, Нарда и так далее. То же самое мы получаем. Но есть попытки изменить послание, оправдываясь тем, что изменились времена, и это делают люди, которые должны быть уже утаматвикарии, и даже они кто могут думать, что они утаматвикария, но они, как один из учеников пропада сказал, очень любимых им учеников Гаргамуни Прабу однажды сказал, что такие люди ниже, чем конечно -тхикари. Хотя многие о них могут думать, что они махабаговаты, И да, те, кто меняет послание, те, кто не, не имеет полной веры в учение, Самбрадаев в послании Шилубрупады. они уже в плохом смысле конечно икари поэтому в разном контексте это может означать разное вот поэтому есть вот такая есть сложность с этим термином Есть ли еще какие-то вопросы кто-то еще может задать пять минут еще есть четыре минуты Хорошо, давайте остановимся, раз нет вопросов. Шила Рупа Госвами ки джай, шила Праупада ки джай.